В бассейне НТУ ХПИ состоялся открытый чемпионат Харькова по плаванию в ластах. За награды этого традиционного предновогоднего турнира сражались 127 спортсменов из Киева, Северодонецка, Малина и 7 харьковских клубов. По этим соревнованиям мы судим о том, как начали новый спортивный сезон. А первые отборочные соревнования состоятся в конце января месяца. Это отбор будет на Кубок Украины. Растет интерес, и, к сожалению, мы вынуждены ограничивать количество участников. Такого у нас никогда не было. Харьковчане успешно выступили во всех 5 возрастных категориях. В элитной группе тон задавали представители спортивного клуба педагогического университета. Глеб Ляшенко и Анастасия Малявина одержали по 3 победы. Ляшенко финишировал первым в заплывах на 50 метров ныряниями в биластах. Малявина выиграла полтинник и 100-метровку в ластах. Еще по одной золотой медали они завоевали в составе смешанной эстафеты. Даяна Радченко добыла 2 трофея. Виктор Репин, который в отличие от своих соперников выступал без специального гидрокостюма, стал 3-й серебряным призером. Для опыта очень классное соревнование. Там попробовать и выходы, и там старты, повороты. Через 2 месяца будет в Венгрии соревнование, тоже вроде бы этап Кубка мира. Вот там постараюсь как бы что-то проплыть. В юниорских соревнованиях 4 золотые медали команде НТУ ХПИ принесла Дарья Бочарникова. В младших категориях харьковчане обновили 4 рекорда области. 2 на дистанциях 100 и 200 метров в биластах установила 11-летняя Анна Панасюк. Особенно убедительная победа получилась на 200-метровке. Ближайшую соперницу воспитанница клуба «Акварена» опередила на 9,5 секунд. Самое тяжелое, наверное, 200 метров, так как это одна из самых таких трудных дистанций, как по мне. Нельзя начинать сразу сильно, надо распределять силы, то есть с среднего темпа до максимального. По одному юношескому рекорду области установили одноклубники из Волны – Дмитрий Полянский и Игорь Голландский. Тройку призеров медального зачета открытого чемпионата Харькова составили педуниверситет, Северодонецк и Волна.